культурная общественность принимала такое решение. Мы, собственно говоря, являемся исполнителями этого проекта, но мы немножко пошире посмотрели на эту задачу, потому что не только размер или там, объем выплат, но и, собственно, то, что вы себе обратили внимание, там даже берется во внимание и участие граждан других стран, пишущих и издающих произведения на русском языке. То есть это популяризация и русского языка, и нашей территории, ну и, собственно говоря, вот этого культурного наследия, которое было создано Андреем Дмитриевичем. С вопросом абсолютно согласен, он также задавался, немного ли, так сказать, в одни руки, но народ уверен, что это будут очень достаточно высокие требования, и это должен быть очень высокий статус, не просто, так сказать, найти номинанта на эту премию, не исключаю даже, что, может быть, будут и какие-то в первое время, ну, наверное, дополнительные сложности с тем, чтобы найти достойное произведение такой премии и такой номинации. Поэтому ну, после проведения первого мероприятия, которое пройдет в следующем году, наверное, я так полагаю, мы тогда поймем, как это реализуется, как этот механизм заработал. Но я уверен, что и статус, размер данной премии, он и повысит, условно говоря, требования к участникам этого проекта.